Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Всем привет! Рассмотрим с вами задание из учебника «Математика. 6 класс». Авторы Мерзляк, Полонский и Кир под номером 15. Нас просят, запишите все значения х, кратные числу 4, при которых верно неравенство. Значение х должно быть больше 18, но меньше 36. Итак, для того, чтобы нам найти эти числа, вспомним с вами таблицу умножения на 4. И из таблицы умножения на 4 мы с вами видим те числа, которые кратны 4. Это 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40. Их можно продолжать. Но нам с вами нужно выбрать только те числа, которые больше 18, но меньше 36. К таким числам относятся только 20, 24, 28 и 32. Эти 4 числа кратны 4, делятся нацелом на 4. И эти числа у нас больше 18, но меньше 36. Итак, запишем все эти числа. 20, 24, 28 и 32. Все эти числа кратны 4 и удовлетворяют условию больше 18, но меньше 36. Все, мы справились с вами с заданием. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Если остались вопросы, задавайте их в комментариях к этому видео, а также заходите в наши группы в соцсетях.